Dental Fantasy мы ходим уже 3 года. Шли, в общем, для консультации. У ребенка особых таких проблем с зубами не было, но появились черные точки, на которые я обратила внимание. Первый опыт у нас был не очень удачный в другой клинике, хотя клиника была тоже неплохая, с современным оборудованием, с мультиками, но там именно к моему сыну не могли найти подход в лечении. И ушли мы оттуда со слезами, с незапломбированной дыркой. И, в общем, по отзывам в интернете, в Инстаграме я наткнулась на эту клинику и решила прийти сюда. Вот. Собственно, мы попали сразу к Анастасии Олеговне. Сын у меня был очень напуган. В это время даже сначала отказывался открывать рот. Но она какими-то шутками, прибаутками его уговорила. И, в общем, мы в первый же день достигли хорошего результата. Закрыли временной пломбой ту дырочку, которую нам сделали. Провели чистку зубов. Вот. И уже на следующий прием ребенок шел с удовольствием. Дело в том, что я сама как бы боюсь лечить зубы. Это все навеяно советскими бормашинами, когда вот этот звук и дребезжание. И, в общем, я задалась такой целью, чтобы мой ребенок не боялся зубного врача. И чтобы чтоб он блистал белоснежной улыбкой и не знал, ну, как бы, проблем. Вот. И, собственно, спасибо большое Dental Fantasy за хорошее оборудование, за хороших врачей, специалистов своего дела, за то, что они умеют найти подход к любому ребенку. Знаю, я слежу за Инстаграмом, знаю, что и бывают случаи совершенно такие сложные, когда смотришь, просто не верится, что такая работа врачей была проделана. Вот. И также здесь такая теплая, хорошая атмосфера. А теперь Ванюша у меня все время спрашивает, когда мы пойдем. Он знает, что его ждет сюрприз, что его ждут мультики, что ждут игрушки. Вот. Мы, в общем, очень-очень-очень всем довольны.